Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе, и это Wolfenstein The New Order. Я не знаю, какая это часть игры, но это было от Epic Game, бесплатные игры. Я решил поиграть, так как я пропустил лет 10, наверное, игр вообще в целом, то для меня эта игра как бы новая, и это классно. Считаю, игра с хорошей графикой, хорошим геймплеем. Это как свежий глоток воздуха среди загазованной атмосферы. Наверное, так можно сказать. Красиво, да? Так чётенько, просто неимоверно. Присаживайтесь поудобней, берите чек, печеньки. Приятного просмотра. Мне снится запах барбекю, крики детей, собачий лай. Вижу кого-то. Не пойму кого. Все это не для меня. Мой мир, рев моторов, солдаты. Или темнота, или бой. Подъем, бласковец. Подержи штурвал, мне отойти нужно. Черт! Зенитный огонь! Словно по минному полю летим. Нет, 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 не сейчас, бласковец. Лезь в технический отсек, перекрой трубопровод шестого двигателя. Инструменты в шкафчике. Тебе нужны плоскогубцы и проволока. Трубопровод в техническом отсеке. Пожар, горим. Пережимай трубу нахер. Проклятие. Молодец, капитан, но я теряю высоту. Надо сбросить балласт или нам крышка. Живо в грузовой отсек, выбрасывая из люка все, что есть. Держись, открываю грузовой люк. Так, режь стропы у ящиков, Бласко. Черт возьми, Бласко, мы сейчас рухнем. Да-да-да. Набираем высоту. Возвращайся в кабину, Бласковец. Ого, ты там живой? Зенитки, они бьют из крепости черепа. Какого черта? Фрицы! Живо в турель, Плацковец. Пошел, только наших не задень. У меня на хвосте группа истребителей. Эскорт не справляется. Черт, они на меня насели. Куда ни посмотрю, везде они. Повреждены двигатели 6, 5, 4. Огонь в кабине. Отлично, Валчер 1. Ты спас мой экипаж. Отлично, Валчер 1. Они уже собирались меня подстрелить. Сколько их тут вообще? Враги во всех направлениях. Какие быстрые. Слышал, как моторы ревут. Прямо по курсу, идет на таран, огонь. Мать вашу. Смерть снова стучится в дверь. Зовет меня. Подожди, косая. Сначала надо войну выиграть. Еще дышишь, везунчик. Какой же ты живучий, господи. Мэйдэй. Валчер один, прием. Держи аптечку, Бласковец. Во что ты ввязался, глупый ты шотландец? Кондор 9, я Валчер 1, куда ты лезешь? Держи дистанцию, не могу, Валчер 1. У меня внутреннее скольжение, надо выйти из строя. Посторонись, Фергюс.
Понял тебя, Рэндалл. О, нет. Блацко, убери радар. Тяни за рычаг умигающих индикаторов. Черт, не успел. Кажется, я знаю, в чем проблема, Кондор 9. Вижу дым и утечку жидкости. Элероном твоим хана. Да, управляется как бетонный холодильник. Пергюс, спасибо за... Кондор 9, прием, Кондор 9. Черт, это ж войсковой транспорт. Кондор 9, Кондор 9, прием. Это Кондор 9. Кто говорит? Рядовой Вайт, 109-я десантная. Так, парень, слушай меня внимательно. Штурвал видишь? Да, сэр. Так, хватай его обеими руками и тяни. На себя изо всех сил. Не поворачивай, слышишь? Держи ровно, тяни на себя. Да, сэр. Вроде получается, выравнивается. Так, рядовой Вайт, тебе еще одна просьба. Сэр. Отправь кого-нибудь в боковой двери гостей встречать. Вас понял, сэр. Блосковец, открывай дверь кабины и держи ее открытой, потом давай за мной. Готов? Поехали. Потерял оба эскорта. Господи, сколько вообще мы потеряли? Разбегись как следует и прыгай. Держу. Берегись. Ласка, пошли. Сэр. Что с нами будет, капитан? Жизнь или смерть? Как всегда. Ура, сэр. Слава богу, вы здесь. Вайт, вставай. Валчер 1, 3, 4, 8 и 9. Все сбиты. Дело дрянь, надо отступать. Блацко, та подними ты пацана с пола. Спасибо, сэр. Я в порядке. Не остановим череп сейчас, другого шанса не будет, мы проиграем войну. Ясно, Гордон, понял, ладно, крепость черепа уже на горизонте. Все понял, конец связи. Держись крепче, Бласко. Держись крепче, мы падаем. Нихера не видно, держись. 16 июля 46 года, рассвет. Мы в полной заднице. Военная машина нацистов стремительно разгоняется, а мы отстаем во всем, в огневой мощи, в технике, в тактике. Неизвестно почему. Все в отчаянии, кроме меня. Я пришел свести счеты со старым другом, вернуть нам победу. Мэйдэй, мэйдэй, кто-нибудь слышит? Фергус, что у тебя? Бласковец, мы тут в дерьме по самые уши. Застряли в самолете, а какая-то железная хреновина хочет нас сожрать. Не шучу. У меня та же проблема, застрял в обломках. Это я не тебя я вижу? Вайт, мигни фонарем. Бласко, видишь свет? Вайт, вырубай фонарь, вырубай. Yes, sir. Я вас вижу. Чем могу помочь? Мы отсюда ничего не можем сделать. Застряли прям как в капкане. Ну вот, если бы ты добрался до турели на самолете, пулемет, может, эту гниду и возьмет.
Слушай, может, сможешь доплыть до турели? Главное, плыть под водой, и зверюга тебя не достанет. Отлично, Фергюс. Скоро буду. Монстр, созданный черепом. Надо было сразу убить этого мерзавца. Ладно, слушай сюда. Видишь окопы? Там укрепленное пулеметное гнездо. Сделаем хоть шаг, нас сразу изрешетят. Так что проберись в эти окопы и обезвредь пулемет. Беги. Беги, что есть духу, прямо по центру. А мы заляжем и прикроем тебя огнем. Понял. Вот, возьми. Будем держать связь по рации. Так, парни, открываем огонь на поражение. Так, ты на месте. Теперь разберись с пулеметчиком. Молодец, Бласко. Одной заботой меньше. Нам и с ходячим танком проблем хватает. Ох, сучий топтун. Теперь попробуй найти вход в бункер на обрыве. Там найдешь две пушки, ты должен их убрать. Бласко, на верхних уровнях бункера стоят два орудия. Их надо нейтрализовать. Наша работа все еще в воздухе.
там как, капитан? Берите за мою руку, я вам помогу. Рядовой Вайт. Хорошо, парень. Слушайте меня, салаги. Шли гусей гонять, а пришлось камни воровать. За нашей спиной сердце немецкой армии. Ты что делаешь, тупой олух? Рядовой Гейтс прибыл для несения службы. Какой преданный псих. Добро пожаловать на фронт. Вот, займись, рядовой. Что же, мы подобрались к генералу Черепу как никогда близко. Не слабо тебя приложило, рядовой. Смотри, чтобы не загноилось. Если убьем генерала, обезглавим военную машину врагов. Иначе нас сожрут и не подавятся. Что с тобой, парень? Сэр, у меня глаза слезятся и тошнит сильно. Это нормально? Просто нервы. Дам тебе совет. Вдох. Считай до четырех. Выдох. До четырех. Вот и все. Чтобы проклятые фрицевские мутанты ее не заставили учить немецкий. А сейчас бою, парни. На этот раз мы победим. Пора выдвигаться. Пошли. Живее, олух ленивый. Мы на фронте, а не на воскресной прогулке. Уже сработались. Прям как отец и сын. Так. Капитан Блазковец, Гейтс и Бенсон. Слушайте приказ. Перелазите через стену, найдете пульт управления, дверью и откроете ее. Берите все оружие, что найдете. Получше нашего будет. Остальные прикроют нас отсюда. Как только дверь откроется, заходим, поднимаемся, встречаемся на верхнем этаже, найдем череп и всадим ему пулю прям в череп. Слушайте, не хочу на вас давить, но это наш последний шанс. Либо убьем черепа, либо всем крышка. Выполняйте. Конец связи. Нас заметили. Сюда. Черт. Прикройте ребят огнем. Давайте. Аж ты. Берегись. Бога душу мать. Господи, спаси, помилуй. Все живы? Доложите обстановку. Капитан Блазковец и рядовой Гейтс живы? Ползем. Охренеть, как вообще выжить удалось? Молодцы, ребят, слов нет. У нас все в порядке. Еще чуть-чуть, сэр. Совсем немного. Простите, сэр. Я его не заметил. Ну давай, Блазковец. Найди пульт управления и открой ворота. Еще один мальчишка на вашей совести, генерал. Один из нас сегодня должен умереть. Продолжай продвижение наверх, там и встретимся. Заказать свой портрет. Ну и само мнение у вас, генерал. Сколько краски перевели?
транспортный самолет. Опять погибшие мальчишки. Сколько раз мне довелось это видеть. Зараза, эту балку отсюда не убрать. Мы в ловушке, Блацковец. Попробую убрать балку со своей стороны. Может, этой штукой можно поддеть? Ну же, ребята, пролезайте. Да, сэр. В Бога веришь, Прендергаст? Да, я баптист. Похоже, вам придется прыгать. Ты первый, Вайет. Ходишь в церковь по воскресеньям? А что, вас в Англии церквей нет? Никто не молится, что ли? Я б с удовольствием, только вот фрицы церкви бомбят, так что хренушки. Контуженные блонди, ваша очередь. Что за херовина? Я ноги сломал. Где это мы? Да, перелом. Тут целая куча пепла. Вайт, попробуй как-нибудь открыть ту дверь. Видишь? Трубы. Идут вон от того щита. Что это? По-моему, мы в крематорий попали. Прямо в печь. Ты что это сделал, дебил? Извините, я думал, это от двери. Ты горелки урубил, тупица. Вырубай, поверни их. Проклятие. Погоди, давай так. Ну давай. Давай. Нам всем конец. Простите меня, простите. Замочная скважина. Бласко, ключ найди. Начинается. Быстрее, Бласко. Бласко, спасай хромоножку. Ах ты дрянь, сволочь. Что это такое? Блазковец, сэр, вы знаете, что это так... Все живы, здоровы. Так, точно. Горелки отключены. Это он? Да? Это череп. Что за черт? Нет, нет, нет. Хватит, хватит. Похоже, это конец, дружок. И что нам теперь делать? Нас сейчас раздавят. Возьми себя в руки, рядовой. Это война. Люди умирают. Твоя жизнь не дороже жизни любого салаги в окопах. Мы храбро сражались, и это главное, все остальное по боку. Что вы там делаете? Мои люди гибнут. Снова и снова. Я потерял счет. Отвык говорить на этом языке. Он почти мертв. Ты? Я тебя знаю. Ты хорош. Очень жизнеспособный. Ты бы мне пригодился. Какие у него глаза?
Не трогай его, сука. И твои ничего. Этот не подходит, его уже поломали. Как жаль. Капитан Блазковиц, помоги мне выбрать. Как считаешь, кто из этих двоих лучше подойдет для исследований? У меня места не хватит для образцов. Если я не получу ответ, придется вскрыть обоих, а это долго. Я упрощу задачу. Просто посмотри на того, кто лучше подойдет для вивисекции. Ну же, капитан, помоги решить. Ты упрям, капитан Блазковиц. Это твое достоинство, мое терпение. Оно просто безгранично. Интересно, что победит, твое упрямство? Мое терпение. Задача простая. Просто взгляни на того, кого мне выбрать. Я жду решения. Да. Разумный выбор. Молодец, капитан. Ткани сочные, не изношенные. Жировая ткань целая. Вы меня спасете, да? Я знаю, спасете. Да. Генерал Череп, он преподал мне урок. Я и раньше видел смерть, видел муки и пытки. Я видел многое, но не видел истинной жестокости. До сих пор. До четырех. Вдох. До четырех. Выдох. Нет, ты останься. Auf Wiedersehen. Ласко, у меня есть мысль. Ты помнишь, что делать. Отпусти его, черт побери. Отечество, отец, хвалит тебя престола с высоты. Блазковиц, надо вывести из строя сопла в печи. Бери трубу и помоги мне их разбить. Не знаю, сколько еще продержатся трубы. Сейчас рванет в любую секунду. Надо открыть чертово окно. Я займусь хромоножкой, а ты открой окно. Взломай металлическую коробку рядом с окном. Есть. Ты и я, Блазковиц. Сваливаем нахер отсюда.